Здравствуйте, приветствуем вас на канале Metal Master. Я являюсь техническим специалистом компании Metal Master и хочу представить вам сегодня обновленную линейку вертикальных гидравлических листогибочных прессов серии HPG на примере младшей модели HPG 2040K. Линейка прессов серии HPG выполнена по схеме с синхронизацией гидроцилиндров торсионом, который расположен за верхней подвижной балкой. Схема не новая, но очень надежная и простая в эксплуатации. Также эти прессы сохранили свое основное преимущество – жесткую сварную конструкцию рамы, которая дополнительно проходит термообработку для снятия напряжения после сварки, что продляет срок службы и улучшает эксплуатационные характеристики всей машины. Инструмент остался стандарт Amado Promicam, как наиболее распространенный. Он может быть как стандартным, как в данном случае, многоручевая матрица и простенький верхний инструмент, так и заказной. В случае заказного инструмента фантазия заказчика ограничена только тем, что может изготовить производитель инструмента. Прессик у нас в данном случае представлен маленький, на 40 тонн, 2-метровый. То есть у него рабочая зона 2 метра и 40 тонн усилия, что позволяет обрабатывать листы до 2,5 мм. Гидравлическая часть прессов HPG выполнена на базе клапанов известной компании Bosch Rexroth. Как мы тут видим, здесь стоит клапан младшенький. Поскольку пресс у нас небольшой и расход жидкости через него небольшой. Насос смонтирован насосная станция смонтирована на боковой стенке бака, который одновременно является элементом жесткости всего пресса, что позволяет сэкономить его массу без потери жесткости. Блок гидравлики оборудован манометром, который позволяет контролировать давление текущее, с которым мы работаем, поскольку если мы обрабатываем листы тонкие, то большого давления нам не нужно. И установив давление краном, мы сможем сэкономить как электрическую энергию, так и ресурс самого станка. Дополнительно на гидробаке установлен масломерный уровень, на котором также есть термометр. Поскольку рабочая температура жидкости должна быть в определенных пределах, это позволяет оператору периодически ее контролировать. Как если она превышает допустимый предел, так и если она недостаточно высока. Электрическая часть станка расположена в специальном шкафу, оборудованном главным выключателем, который позволяет полностью отключить машину от сети. Если обратить внимание на элементную базу, которая использована в электрической части, то мы видим, что тут использованы компоненты Schneider Electric, достаточно известной компании, Amron, промежуточный реле, контроллер, программируемый, логический, который работает на то, чтобы отрабатывать аварийные сигналы. И мы видим часть комплектных сервоприводов компании Istun. Это, собственно, сервоприводы, два блока. Блок, который управляет осью Y, и блок, который управляет осью X. Ну и главный выключатель, который, собственно, и выключает нашу машину. Очень неплохо выполнена развязка всего станка от электрической сети. Вот мы здесь видим большой-большой трехфазный трансформатор, который полностью развязывает станок и сеть. Весь монтаж выполнен в коробах. Каждый проводочек отмаркирован, что позволяет очень быстро и эффективно находить неисправности, если таковые когда-либо возникнут.
Кроме того, шкаф оборудован вентилятором для охлаждения. Это актуально в тех зонах нашей страны, где температура летом может доходить там до 40 градусов, до 40-45 градусов. Это очень актуально. Линейка прессов ASPG может оснащаться как контроллерами, так и системами числового программного управления. Младший контроллер, который поставляется нашей компании, контроллер компании ISTUN, модели E21. В данном случае представлен старший брат этой модели, контроллер E210, который является промежуточным между контроллерами и системами числового программного управления. Это контроллер двухканальный, управляет он комплектными сервоприводами, что очень хорошо. Это позволяет получить высокую точность и высокую скорость работы. Точность по Y 0,01 мм, точность по X 0,1 мм. Точность позиционирования. Кроме контроллеров ISTUN, прессы могут быть оснащены контроллерами более высокого уровня, например, контроллерами DLM. Все зависит от того, какие задачи ставит перед собой покупатель. Данный контроллер оснащен 6-дюймовым цветным экранчиком. Он не сенсорный, управляется с клавиатуры, гидравлику станка. Вот. Вот такое симпатичное меню. Этот контроллер, ну, как я уже говорил, является промежуточным между контроллерами и системой числового программного управления. Он может работать как в режиме задания координат по оси X и по оси Y, так и вычислять самостоятельно координату Y по заданному углу. Для этого у него имеется возможность ввода библиотеки инструмента, где описывается геометрия инструмента, и таким образом он может посчитать, на какую величину ему нужно опустить в матрицу пуансон, чтобы получить заданный угол. В контроле имеется 100 ячеек памяти на 100 программ. Каждая программа может иметь 25 шагов, что более чем достаточно для любой сложности детали. Для большинства задач такого контроллера достаточно. Давайте выполним какую-нибудь небольшую одношаговую программочку на этом контроллере. Вот, как я уже говорил, он такой промежуточный контроллер. Работает в двух режимах. Вот режим 0 у него соответствует просто контроллеру типовому. Если мы поставим режим 1, то мы получим режим, когда наша эта ЧПУ простенько позволяет вычислять координату Y по заданному углу. Ну, скажем, вот у нас 90 градусов стоит угол, а если мы зададим угол 100, там, 60, это многовато, маловато. Давайте-ка мы сделаем угол 120 градусов. 120 градусов, коррекцию угла не будем задавать, толщина материала 0,5 здесь стоит. Y мы не считаем, он у нас считается сам. Вот он вычислил контроллер по заданному углу, вычислил нам нашу координатку. X мы должны задать самостоятельно. Ну, зададим, предположим, здесь 25, изначально стоял 30, предположим, зададим. Задали 30. Так. Далее мы можем задать количество повторений. Также у нас тут есть счетчик, который общее количество наших деталей считает вообще. Мы, поскольку используем угол в нашей программе, то должны задать как инструмент, так и матрицу. То есть как пуансон, так и матрицу. И кроме того, в этом контроллере есть таблица материалов. Мы задаем материал 1, который соответствует низку углеродистой стали. Ну и также задается длина обрабатываемой детали. Ну вот он пусть здесь 1,5 метра стоит. Давайте метр. Поменьше детальку сделаем. Вот так. Сейчас посмотрим, что у нас тут посчитается. Вот он скорректировал по нашим параметрам, которые мы задали, Y. Ну и попробуем это дело выполнить. Так, вот они поехали. Наша координатка Y, X скорректировались. Программу мы простенькую написали, одношаговую. Сейчас мы ее выполним.
Все прессы серии HPG оборудуются такой массивной, хорошей, неубиваемой педалью с аварийным стопом. И все управление прессом, после того, как мы запустили программу на исполнение, осуществляется педалью. Мы нажимаем вниз, вот у нас пресс отрабатывает, вот появилось давление, и самостоятельно поднимается вверх. Кроме всего прочего, что я рассказывал, когда писали программу, здесь задается в контроллере время удержания пуансона в матрице с той целью, чтобы напряжение, возникшее в металле, когда мы его изгибаем, вот когда вниз у нас матрица идет, вот она, металл гнет, условный наш металл, и некоторое время стоит на месте. Она стоит для того, чтобы напряжение, возникшее при гибке, из металла ушли по большей части. И когда пуансон уходит вверх, у нас же деталь остается такой, какой она должна быть, и не теряет своей формы. Работа аварийного стопа. Как вы, наверное, заметили, при выполнении процедуры гибки я использовал одну педаль вниз. Вторая педаль используется преимущественно в режиме в настроечном для того, чтобы медленно перемещать инструмент. Вот я сейчас покажу, как это делается. Настроечный режим состоит в том, что когда я держу педаль, пресс отрабатывает то, что я от него требую. А когда отпускаю, он перестает работать, останавливается в той точке, которую я остановил. То есть я нажимаю педаль, действие происходит, отпускаю, прерывается и так далее. Вот это настроечный режим. При работе пресса на предельных режимах, то есть если мы изготавливаем детали максимальной толщины, максимальной длины, может получиться так, что середина детали будет не догибаться. Получается так называемая лодка. Вот для того, чтобы такого не происходило, пресс оснащается системой так называемого бомбирования, то есть коррекции формы стола. В данном случае пресс оборудован ручной системой бомбирования. Вот есть, мы имеем возможность изменить форму стола, вращая ручку, сделать ее более выпуклой. Настолько, чтобы деталь у нас получилась ровной по всей длине. Давайте выполним программку, состоящую из двух шагов, с использованием автоматического расчета перемещения по Y, то есть с заданием угла. Зададим два разных угла. Вот она тут была написана, эта программка, и сейчас мы ее будем выполнять. Сейчас нужно пресс поднять в верхнее положение, иначе он не запустится у нас. Так, и вот так вот запустим программу. Вот у нас по X 25 мм размерчик, по Y 78 мм. Вот, давайте сделаем гиб. Ну, тут без подготовки. Так, вот у нас получился уголок 90 градусов. Так, и второй гиб у нас должен быть уголок поменьше. Так, в какую сторону нам бы его согнуть? Так, если это так, то это вот так сейчас сделаем. Посмотрим, что у нас получится. Так, вот, у нас получился отлив. Вот такой вот отлив. Пожалуйста. На сегодня все. С вами был Металл Мастер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.